Мороз морозом, но ежедневный обход владения никто не отменял. А потому каждое утро Татьяна Киселева, техник-смотритель ООО «Абсолют», отправляется в пеший тур по всем 25 высотным домам. Сегодня к ней присоединились представители управляющей компании УЕЖКУ и управления жизнеобеспечения. Цель – проверить безопасность подвальных и чердачных помещений. Рейды проходят у нас еженедельно совместно с управляющими компаниями, с обслуживающими организациями на проверку по факту нарушения закрытия подвалов и чердаков. Подвалы и чердаки всегда должны быть на замке. Это одно из самых элементарных правил содержания домов. Ключи хранятся управляющей компании и на этаже в одной из квартир. В противном случае эти помещения не только могут превратиться в хозяйственную подсобку или, чего хуже, ночлежку для бездомных, но и стать причиной возникновения пожара или чрезвычайной ситуации. Беседы проводим со старшими по домам, чтобы не было открытых чердаков подвалов, чтобы сразу они сообщали диспетчеру, если где-то что-то они обнаружили. В ходе проверок в Ленинске-Кузнецком нарушение не выявлено. Тем не менее, бдительность еще никому не помешала. Кстати, в случае выявления открытых подвалов чердаков на управляющей компании могут быть составлены административные протоколы и переданы на рассмотрение в мировой суд. Максимальная сумма штрафов для недобросовестных коммунальщиков – 250 тысяч рублей. Так что дешевле устранить нарушения и держать чердаки и подвалы всегда под замком.